привет, это Виталий Константинов, я рад вас видеть на очередном своем влоге. Многие мне писали, почему так долго нет видео, но материала было настолько много, что заняло немало времени, чтобы все перебрать. Не хотелось делать очень длинное, долгое и скучное видео, так что вроде бы уменьшил на максималке его. Так что, кого зацепило начальное видео, коротенькое, то давайте посмотрите, что было в полной версии. Как обещал, едем в Керчь, вот на двух тачках. Так что уже заряжаемся, ждите крутых видосов. Сейчас вот мы к дороге. Короче, мы пригнали, мы уже здесь, сейчас прогуляюсь, молясь по набережной, засниму что-нибудь прикольное, затем будем снимать катание, само собой. Скоро начнется раскаточка, регистрация. Санечек, что там по призам у нас, а? Сегодня? Виталик, я открою тебе секрет. У нас очень мощный призовой фонд сегодня. Вот, чекай. Разлетится сегодня все бабло на призы. Пушка. Ты участник? Да. Ну так проеду чисто. С ветерком, знаешь, это да, вот. Вот эти прикольные видосы есть в этих инстаграм-видео, в разных пабликах. Про скейтборды, лонгборды, вот так проеду здесь. А мы ему сказали, что я тебя помню. Да, блядь, кто сказал, что тебе? Ну, вот. Хочу показать вам новую крутую шмотку от команды Кутёж Family, так что давайте-ка быстренько его забирайте, пока его не забрал кто-то другой. Ну а пока вы думаете, Саня уже продает его. Yeah.
лагерях. Че вы начали? Вы как будто тут вообще никогда в жизни не катались. Че вы повылетали все в парк, а? Освободите площадку! Молодой человек, говорю, что выехали. Так, пацаны, стоп, на этом моменте прям повнимательнее, нахуй, остановили видео и проверили подписочку, подписочку на этот канал. Подписочка есть, все, лайкосик и погнали смотреть дальше.
всех 500 рублей. На этом, пожалуй, мы и закончим видео о моей поездке в Керчь. Если вы думаете, что у меня не было видео, что я зачах, то это не так. Когда я закончу рассказывать, я включу пару своих трюков. Ну а сейчас ребят зовут меня в Севастополь, обещают, что там будет нереально круто, контест для скейтеров будет, чтобы я поснимал там моих. Вот пишите в комментариях, стоит ли ехать туда. Ну а насчет этого видео, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Yeah.